А Бьюик как будто для европейцев. Потому что номер, для номеров все какая длинная. Там как под наши номера. Не под вот эти вот наши короткие. А дороги сделаны вот тебя вот под наши короткие. Такой Бьюик. О, у нас погода хоть. Сейчас дождик будет вообще так хорошо. Так, авосечка стоит уже в гаражике. Изменяется. Вот так вот дверка у нас. Готово все. Лели. Эту за... на товар будем перекопать. Фу, короче, замонахался. Я обклеил я аудюху. Вот так вот все получилось. А вот этот бумагу сверху, которую отрезал отсюда. Завтра замоем пол еще. И приклеим ее прямо на низ. Положим. И заклеим. Будет у нас чисто две двери. Короче, вот так вот все получилось. Так что готовится аудюшка. Все, завтра с утра ее чуть-чуть красим. И все, и вперед. Так, короче, мальчики и девочки, поднимаем бэху. Насколько можем. Глушим трак. Что будем делать? А будем ставить ее, короче, на нейтралку. Нам надо поставить эту бэху, короче, на нейтралочку. Сейчас задрали. А, сейчас залезем под низ, открутим, короче, защиту там, посмотрим. И этот. И будем закручивать болт. Так, короче, объясню. Ну, короче, все по большому простому. Машину тут забрали. Машина эта уехала на аукцион, все должна была продаться. Ее почему-то мотор, короче, сказали, что заклинился, мотор не работает. Не знаю, что с ней делали, будем узнавать. Сейчас она стоит в паркинге, чтобы ее поставить на нейтралку. Ее надо залезть под низ и в коробке закрутить болт. Сейчас попробуем это сделать. Так. Ну чё, все, вот что и стоило доказать. Чё ты, блин, дурная? Все, нейтралка моргает, а машина стоит в нейтралке. Все хорошо, transmission, position, P. Короче, туда-сюда. Все, должна стоять в нейтралке. Что, собираем, сейчас попробуем ее оттащить, здесь поставить дальше. Здорово всем. Короче, сегодня делаем такого мерин. Приехал такой Мерс, прикольный, новенький, такой бодренький, это Ешка, с AMG-дисками стоят, AMG-диски. А, это простой E350 фуматик, фуматик означает полный привод, кто не знал, и у него вот такой вот бампер сзади. Что мы будем делать? Будем устанавливать AMG-пакет на задний бампер. Вот такая пластмасска, такие штучки, трубы тяжелые. Все это прикол. Сейчас снимаем бампер и вперед заниматься всей этой билибердой. Так, разобрали мерседесовский бампер, сняли его, разобрали уже, нацепили вот эту нижнюю кирету. Все, конечно, сидит на балу, на куклях. Вот эта шляпа у нас остается. Сенсор, который ногой проводит, чтобы багажник открылся. Вот это все выкидывается. Мы бы хотели это запиздить и продать. Потому что штука очень хорошая. Дорогая. Настоящего Мерседеса. Ну все, сейчас собираем новую. Закончена покраска базой Audi A8. Вот так вот у нас все получается. Так видно, да, по базе чуть переходики сидят, так светятся очень сильно. И все должны скрыться под лаком. Вот так вот все. Все вроде огонь. Все вроде бенч. Ну пойдем. Сейчас она подсохнет, будем лачить. А, не тут-то было. Приехал к нам шикарный просто автомобиль Mitsubishi Lancer. Mitsubishi Lancer. Ну, красивая машина, да, такой, блин, вроде морда, все. Ты ксеноны снимаешь? Снимаешь нахуй, мне надо проверить напряжение. А что у него, нихера не работает, тут все через жопу сделано. Ну это ладно. Короче, крутой Lancer, такие вот
Эти стоят на зеркалах, прикольные штуки какие-то. Сам, наверное, вырезал с этого откуда-то. Такой он весь. На дисках таких моднячих, такие диски моднячие. А тут, короче, это. Американский покраска. Но главное, что даже этот залачили, слушай, шахтер. Лючок для бака. А тут, короче, во, можно показать. Вот это вот так вот. Это, слушай, кому же руки поотрывать-то, а, за такую работу? Вот. Пиздец, вообще, во, да? Всем виноват кто? Как ты говорил, да. Обама. Блин, ну пипец. И еще нас хаят. Нас, смотри, здесь вообще наглянец. Говорят, мы херово делаем. Ну что мы красили? Где нет рядом стоящей машины? Ну это не то, что там как Денчик говорит, плавно, криво. Это даже просто криво. Короче, одним словом, это жесть. Это нормальный зазор, походу, такой должен быть. Вот так делают машины в Америке. Люди ездят, и все у них хорошо. Но это, видно, такой себе профессионал был. От слова анал. На пародии тети Оли, да? Тетя Оля научила. Да, по урокам тети Оли. Фонарь, короче, ушел в долгожизненный. Здесь тоже с зазором все хорошо, все нормально, вообще все четко. Я как-то здесь стал такой, смотрю такой, ну как бы оригинальная покраска, все нормально, все красиво. Такой думаю, а что там как-то оно, ну как-то уже не то. Ну тут это ладно, что оно тут ударено, вот так вот все. Короче, сел такой, думаю, what the fuck, здесь нормально, а здесь, думаю, опа, воду. Вот так надо делать переходы. Вот так вот. Вот это переход. А вот это вот так лаком навалено. Вот так вот. Пистолет, наверное, за $15. Вот так вот валит лаком. Вот так даже отражения такие. Бугры, каменюки. Зато диски классные. Модные. 20-е Воссоны, да? Воссоны. Ну, это 18-е китайские Воссоны. Короче, да, вот такой Ланцер. Шахтер делает какую-то херню на нем. Блядь, ну как можно так машину, сука, угандошить? Приклеили какую-то залупу, ну. Зачем? Жалко. Тут дверь вот тоже уже крашена. Вот дверь не крашена, а вот это уже крашеная дверь. Тоже вот так вот. Но тут еще, ну вот видно, да, оригинал. И вот пошел. Ну ладно, это еще, блядь, ну это пиздец. Но это еще более-менее хоть... Хоть влил лак по сравнению вот это с вот этим. Вот так вот. Здесь еще хотя бы влил лак. Я вон Audi там крашу, вливаю, блин, ну честно. Там двери, блядь, по 1.5 метра, по 2, блядь, можно сказать. Вливаешь там, бегаешь. Нормальный, да. Пацан скрутил два ксенона от одного света. Смотри, что это? Что это такое? Два облачка, вторая лампочка. Все подсоединил. Вот и нормальный коннектор. Сейчас я ему поставлю галогенки, пускай радуется. И все будет работать, да? Не будет все работать. А у него свет не горит, да? Вообще нихуя не горит, он, блядь, Вася. Олени, блядь. Пиздец. Так, залачили аудюху. Все, будем ее сейчас выгонять. Сейчас она уже высохла. Сейчас ее распаковываем. Выгоняем, она уже вся сухая. Шигринка у нас хорошая, ну немецкая. Немецкая должна быть такая чуть-чуть грубоватенькая, не такая, как японец весь растекшийся, а грубая. Все, распаковываем. Так, ну что, народ, все, аудюха готова, намытая, натертая. Все, мы ее сейчас отдаем. Так вот все видно, вот такая шигринь. Йо-йо-йо. Ну, немецкая, нормально. Все. Получается, мы красили здесь бампер давным-давно, крыло, теперь дверь наша. Все, поехали. Теперь она уезжает от нас. Сейчас я, наверное, перегоню ее, еще на солнце посмотрим, как она смотрится. Ну вот она на солнце стоит. А что мы тут делали-то? Делали мы низ. Удар у нас был сюда вниз. Такая торчала, плюс вот здесь вот для ручки был здесь излом, все поломано,
Ну, теперь как более-менее. Что, все. Прощаемся с Ауди. Поехали. А, да, что сказал. Все, последний автомобиль. Так что, прощаемся с последней машиной. На этом все. На этом все заканчивается. Заканчиваются автомобили. Заканчиваюсь я. Я уезжаю. Уезжаю. Так что все. Думаю, всем было прикольно посмотреть, чем мы занимались. Ну, как-то так. Даже не знаю, что сказать. Короче, такие вот дела. Все. Всем пока. Гараж USA со всеми прощается. Макс тоже говорит вам всем пока. Может быть, когда-то еще увидимся. Все. Всем счастливо. Пока.